Сейчас Англия и Америка, к сожалению, с Россией. А почему? Да потому что если пойдет Россия, то Англию Гитлер проглотит, как хохол, галушку. Тогда и Америке не сдобровать. Никакой океан ее уже не защитит. А ты думаешь, что Англия и Америка всегда будут на стороне России? А почему? Да потому что после окончания войны, после победы России, Запад не даст распространиться коммунизму по всей Европе. Как-то у вашего Маркса. Призрак бродит по Европе. Хе-хе. Побродил, хватит. А я так думаю, что этот призрак скоро начнет обретать в Европе плоть и кровь. Эта война закончится в Берлине. А для этого Красная Армия должна пройти будет почти пол Европы. А там не только ваши сторонники, и неизвестно еще, какая идеология победит. Идеология? Есть только одна идеология у всех людей. Человек хочет жить и жрать. Причем жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. А ты вся идеология. Для всех стран и народов. Ну скажите, почему же тогда наши солдаты идут в бой? Не щадя своих жизней. В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка. А крестьяне отдают фронту все. До последнего зерна, до последней нитки. Или вы скажете, что это ими руководит тоже животная страсть? Фанатизм. Обыкновенный коммунистический фанатизм. Вы так воспитали людей. Но как человека не воспитывает, остается один нестареющий вечный закон. Своя рубашка ближе к телу. И мы сделаем так, чтобы эта рубашка к телу намертво приросла. Мы вытравим из мозгов людей этот коммунистический фанатизм. Вот, окончится война, все как-то трясется, успокоится. Тогда и начнется настоящая борьба. За нами идеологическая машина всего остального мира. Да и многие из твоих соотечественников будут нам в этом активно помогать. Я не думаю, чтобы вы нашли много желающих помощников. Мы найдем. Нет, мы их воспитаем. Мы их наделаем столько, сколько нам нужно. Деньги сделают все. Мы подорвем монолит вашего общества. Святая Фернандович. Ладно, сейчас. Вот войну за души людей мы выиграем. Так же, как выиграли эту. Что? Не веришь? Ну что ж, зятек дорогой, раз не веришь, родственник ты мне или не родственник, ну раз ты непримиримый враг, к тому же враг идейный. Кузин! Расстрелять его. Слышали? Скоро рассвет. Расстреливаем людей мы, как и повсюду. На рассвете. Что? Ты же не разделяешь моего исторического оптимизма.
а герба нашего отказался принять. Полина, подумать. Вдохнула смертью и сразу согласился подумать и поверить мне. И большинство людей такие. Своя рубашка ближе к телу. А ты говоришь, что мы не найдем себе помощников. Убирайся отсюда. Кузин! Верни ему вещи, отойди за линию фронта. Пусть живет. Пошли, Петр Петрович. Как я объясню? Сегодня оба фронта ваши и наш снова двинулись. Кто в этой суматохе будет избирать оттуда? И помни, что жизнью своей ты обязан Полине. По возможности не обижай ее. Шел вон. Не дрожи, Петр.